Сегодня предложила птицам вареные яйца и морковь. Кто что выберет, смотрите. На некоторых кусках яйца есть скорлупа. Интересно, понравится ли такой кусочек со скорлупой птицам? Вы это увидите в видео. Видео архивное. Снималось немного раньше, в начале зимы. Вареная морковь ворон не заинтересовала, но и других птиц они не подпускали, жадничали. Хотя сороки и грачи успевали выхватывать кусочки морковки.